Декабрь месяц, Туапсе, и последние плоды хурмы доедают воробьи. Воробьи в этом году самое главное в саду. Черных скворцов очень мало, но они есть. Снимаю прямо из дома, сквозь окно, сквозь стекло. Но изображение вроде неплохое. Это сорт хурмаджира. Специально полностью плоды не убираю. Вот видите, справа еще тут есть. Полакомиться. А это все продолжает. Озирается, слышит меня. У меня одно поло открыто, одно окно. Видимо, меня слышит. Но тем не менее улепетывает только так. Спасибо всем за внимание.